Всем привет! Сегодня я скачал мод на GTA San Andreas. Это мод называется Visa 3, как-то так, Visa 3. Это мод как-то связан с GTA 5. В общем-то, я еще не смотрел ничего. Может быть, он вылетит, может быть, и нет. Sync, то есть вот тут, короче, нажимаю офлайн. И да, это мод GTA 5. Он на английском, но можно поставить русто. Это русский называется, если кто не понял. Итак, давайте мы все-таки зайдем. Хотя у меня вылетает все время, все моды почему-то вылетают. Ладно. Возобновить лучше не нажимать, лучше начать игру. Потому что когда вы заходите в сохранение, то у вас почему-то вылетает. Но, блин, я сомневаюсь, конечно, тут, что он запустится, ладно. Этот мод запустился с первого раза, получается, а другие моды запустились не с первого раза. Тут поменяли Франклина, вы посмотрите. Типа, то же самое, такая же сцена в аэропорту, только Франклин, ладно, давайте. Чего? Ладно, я уже где-то скачивал этот мод, но он у меня вылетал. А это, ну, под другим названием. Понимаете? Так, я поставил, в общем, сейчас я вам покажу все это. Сейчас зайду сюда. Я тут поставил настройки не самые лучшие, чтобы не вылетало. То есть я поставил отражение машины, да поставить, кстати, низкое. Так, вот тут тени. Давайте поставим. Ну, давайте, классические, ладно. И вот тут эти девочки с GTA 5, конечно, картинки с GTA 5, также такие же картинки. В принципе, их можно найти в интернете. Вот эту девочку я не помню, GTA 5, ладно. Яркость я поставил такую себе. И поставил спецэффекты, надо поставить низко, потому что я боюсь, что он вылетит, этот мод. У меня уже такое было в процессе игры. Итак, я взял... Так, большая очень стрелка у нас. Большая стрелочка у нас, и Франклин у нас. Вот здесь где-то Франклин большой. Это вместо СиДжея. Ну, вообще, по скриншотам я увидел, что там еще будет Чоп. Но такая собачка, как вы, кто все играли в GTA почти, те знают, кто играл, что там Чоп. Давайте назад уже выйдем. Давайте, сядем-ка на байк. Мне нравится, что он запустился с первого раза, но... Так, это что у нас такое? Тут цифровые кнопки, ладно. Ой. Ой-ой-ой. А как бы кнопки поменять? Я случайно не те кнопки выбрал. Как кнопки поменять? Да, он сделан получше. Третья часть, конечно, сделана получше, чем я тут скачивал. Итак, я снова запустился. Ну, байк, конечно же, новый генерируется у нас. Я вот эти такие кнопочки выбрал себе. Правда, блин, не работает. Правда, почему эти кнопки такие странные? О, у нас новые тачки появились. Ладно. Новые тачки появились. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Давайте сядем-то. Нет, не в эту. Не хочу балласов тревожить. А там была чего-то? Я что-то не видел. Понятно. Какое-то новое управление, оно какое-то халявое. Ладно. Давайте посмотрим, как выполнен Франклин. Франклин выполнен очень такой даже классно. Так, Франклин дом. Дом Франклина немного заменено здесь, да. Тачка другая стоит, сгенерирующаяся. А, ну эта тачка, как у Франклина, только, блин, она розовая. Это кошмар. Почему не белая? Почему не белая? Ладно. Заданий тут нету, по-моему, да. Нету задания, но хотя... А, нет, есть первое задание. Ой, блин. Не хочу становиться на него, ну ладно.
Я тут, правда, подумал, что надо бы встать на это задание, чтобы посмотреть, что же здесь изменилось в доме. Может быть, то что-то в доме изменилось? Фан, блин. Нет, в доме ничего не изменилось, но давайте все-таки... Так, ладно, пропустим это. А где чё? Да что ж такое, это первое задание началось. Не могу просто понять, где чоп, ну ладно, понимаете. Они писали, что тут чоп будет. А, они заменили даже в заданиях. В заданиях это Тревор и Майкл. О, какие тачки, как, из какой тачки нас обстреливают. И, капец, тачка моя взорвалась. Возвращение на район здесь слишком опасно, хватит, хватай байк. Все сохранения, короче, мои пропали. Потому что я накосячил. Что GTA 5 я проходить больше не буду. Ой, GTA San Andreas, простите, я проходить больше не буду, а буду только обозревать моды. Мод для GTA San Andreas буду устанавливать и обозревать их на Android. Знаю. Конечно, надо сохраниться. Ну да. Конечно. Да. GTA San Andreas Криминальная Россия я установил себе. Понимаете? Я потом его удалил, потому что там не было смысла обозревать, нечего было. Трафика нету. Радио не радио я вообще не видел какое-то в радио, потому что там нету трафика, понимаете? Так, да. А, паровоз тут и так было, сохранение. Ну ладно. Какая все-таки мне разница? Ну давайте все-таки зайдем в это сохранение, во второе сохранение паровоз, потом и посмотрим, что там. Если этот мод не вылетит. Первый паровоз зайдем. Ладно, я положу этот телефон. Мне хочется пилу попробовать. А, пацан, чувак, по-моему, пошел просто. Она неубиваема, походу. И посмотрите, а я тоже не убиваю. Все, прощай. Да, мы тут не убиваем, так что лучше с этим модом играть. По нам стреляют все, по-моему. Так. А, полиция. Попы. Плохо, надо сваливать. Новые копы! Да, тачки поменяли, конечно, новые копы, это класс. Ну, вообще-то приятно, я хочу провести с тобой время. Но где мне согласиться, это же мод. Да, опять. А, да. Да, я типа хочу с тобой. О, какая красавица, ладно. Ну вот я и поехал, понимаете? На крутой тачке с крутой женщиной. Это вообще, ну, с крутой вот этой вот женщиной. Так, ладно, давайте поедем уже к дому. Тут звуки, по-моему, заменились, если не ошибаюсь. Но я точно могу ошибаться. А, ну и повреждение тачек. Ночные бабочки, ладно, так. Как бы пошли ко мне, а? О, куда это ты идешь? Алло, куда это она идет? Да, классно, конечно. Да, и еще там где-то еще пушки позаменяли, кажется, если не ошибаюсь. Нет, тут позаменяли пушки. Задания такие же прежние остались. Итак, давайте же мы все-таки... Да ё-моё. We'll be right back.
Я, в общем, из замененного оружия взял такой вот гранатомет, или как это можно назвать, я не знаю, поправьте меня в комментариях, если что. И, короче, в стрип-клуб приехал и начал там шмалять по всем. Просто вы посмотрите, какой разрыв. Понимаете? В моем ролике еще будет со звуком, где я стреляю. В общем, посмотрите. Досмотрите видео до конца. Приятного просмотра. Ну, мне определенно нравится этот мод. Оружие, конечно, тут топовое. Машины не все, конечно, заменены, но ладно. В общем-то, мод в некоторых местах вылетает. И я, короче, перезапустил мод, и когда он вылетел. И сейчас взял таксишку, как в GTA 5. Вон, Downtown Cab. Это такси из GTA San Andreas. Они просто заменены. Текстуры заменены. Вот. И некоторые звуки. Так я, короче, поехал на таксишке. И подумал, почему бы не поработать таксистом и записать это для вас. Вот я записал для вас, как я работаю таксистом. Получается. Вот, я взял одного такого пассажира. Ко мне придолбались эти не очень хорошие балласы. Но я одного скинул и просто уехал вдаль. Приятного просмотра. В общем-то, мне понравилась очень базука. Я вспомнил, как называется. Базука, кажется, называется. И вот, я подумал, что надо бы было бы поснимать видео с базукой. И начал стрелять в GTA San Andreas базукой. Просто никогда не видел базуку в GTA San Andreas. Понимаете? И она тут заменена. Я так понимаю. Так что я начал шмалять по всем, кого ни попадя. И да, я забыл сказать, еще тут дорога заменена, по которой я сейчас иду. Дорога заменена на ту, которая в GTA 5. И, впрочем-то, радар заменен. И заменены... Шкала жизни заменена, которая не двигается. Это плохо. И мы тут не бессмертны. И да, и новые машины — это класс. И прицел, и автоприцеливание есть, но оно какое-то очень плохое.
когда на вас копы злятся и возле больницы, и вы сбиваете вертушку сверху, то у вас вылетает игра. Как и у меня вот сейчас. Что в GTA San Andreas большая ошибка. И вам придется ее перезапускать, как и мне. В общем, после очередного вылета я зашел в игру снова с этим же модом. И что я вижу? Заспаунился поезд, но не просто поезд, а поезд метро. Я даже не знаю, с какой это версии GTA, наверное, с GTA 3, кажется, но не Vice City, я не помню, как называется эта часть, но это поезд метро, и он точно не из GTA 5. В GTA 5 там такие трамвайчики, в общем, а это такой себе поезд. И я, короче, поехал за ним. На такой вот машинке из GTA 5, такси, я поехал за ним. Он набирал скорость и уезжал от меня, но я все-таки сумел его догнать. Дальше без комментариев. После того, как я посмотрел на поезд метро, я пошел и взял гранату. И пошел на автостраду. Нажал на детонатор, положив гранату. И умер. Я нашел баг. Когда вы садитесь в новые машины, то у вас появляется такой баг.
Сейчас я вам его покажу. Вот этот баг. Садитесь в машины, и у вас поворачивается как-то странно камера, и только есть две педали, газ и тормоз, и машина не едет. Вы перезапустите игру, сядете в эту машину, и опять будет такой баг. И так где-то два раза, то есть и два раза получается такой баг. Потом пропадает, потом снова появляется. Мне мод понравился. Особенно мне понравилась базука. А также я прощаю все вылеты этому моду, которые сегодня были. Потому что разработчики постарались и заменили некоторые детали в этом моде. Да, я знаю, карту не заменили там. Да, но это же на мобильное устройство. Все равно очень клево. Заменены машины, текстуры, другие машины. А также стандартные машины из GTA San Andreas покрашены в другой цвет. Заменен поезд. Паровозик заменен. Это классно. Заменены персонажи первой миссии. А также заменен CJ на текстуру Франклина. В общем, мод отличный. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.